Друзья, всем большущий привет от меня. Ну что, сегодня у нас опять копчение, и сегодня мы будем коптить. Ну посмотрите, какую красоту. Это у нас корюшка. Ну и первым этапом нам, конечно же, ее нужно засолить. У нас готов уже тузлук, я отварил. По граммовке обязательно в описании. Перекладываем всю эту нашу красоту в кастрюлю. И все это заливаем соляным раствором. Друзья, пролетело время. Я рыбу нашу солил 18 часов. Дальше ее промыл под проточной водой и отправил вот сюда на вялку. И пришло время начать процесс копчения. Пошел процесс. Закрываем камеру и коптить будем до желаемого цвета. Прошло 10 часов. Рыбка закоптилась. Открываем и смотрим результат. Конечно же, съесть ее сразу нельзя. Я ее на ночь оставляю выветриваться, завтра на работу, а вечерком прихожу, лето, жара, и с пеной мы ее продегустируем.